Хочу еще одну довольно-таки любопытную книгу показать своим покупателям, чтобы они все видели, за что платят свои денежки. Девочки и мальчики, я представляю вашему вниманию очень такая любопытная книга «Рональд Амундсен на корабле Мод». Значит, тираж данного экземпляра всего лишь навсего 4000 штук на весь Советский Союз. Мне вообще кажется, что это она одна единственная осталась, и то в моих руках сейчас, я вам ее показываю, и больше таких просто, наверное, не существует, навряд ли сохранились. Значит, она требует ремонта, вот так я ее показываю. Это 1900-е годы, ей чуть больше 100 лет, сейчас покажу точно. Стоила на 2 рубля 75 копеек и переплет 25 копеек. Значит, государственное издательство, во, аж видишь, труха с нее сыпется. Что мы тут имеем? На первой странице вот на корабле Мод. Непонятно, откуда эти две вырезки. Они тут так и лежали. Может, это как обложечка. Может быть, ну да, так же самого переплет, только вот оно что-то меньшего размера. Так, вот этот листик чуть-чуть надрезанный. И вот же ж он сам Рональд. Смотри. Вот как он выглядел. Это он был на корабле Мод. Специальная такая вот квалечка прикрывает его лицо. И вот же ж понеслась. Рональд Амундсен на корабле Мод. Экспедиции вдоль серого побережья Азии. Москва, Ленинград, государственное издание. Берлин, Лондон. И вот какая-то тут какой-то автограф. Непонятно чей. Рональда или не Рональда. И вот самое интересное. Супер обложка работы Герасимова. О. Так, Ленинградский облстлит, тираж 4000 штук. Печатный двор. Ребята, 4000 штук. И тут вот все расписано, написано. Где-то есть тут иллюстрации. Немного, но есть. Я так полистал, странички все на своих местах. Так еще такие крепенькие. Вот. Собака, санки. Это что у нас? Возвращение в Таймырской партии. Таймыр. Что-то такое знакомое слово Таймыр. Ну, уже не буду полностью каждую страницу. Убитого медведя везут домой. На санках вон, ребята. А вот он. Посмотрите, какой кораблик. Так. Починка форштерня. И слова, что невозможно их даже правильно прочитать. Сейчас я на последней страничке тут видел, знаете что? О, смотрите. Вот это ребята называются чукчи. Смыса восточного. Это настоящие вот так вот чукчи выглядели. Полосатики. Вот, еще удивительное, здесь вот в конце есть тра-та-та. Вот карта экспедиции. Пути экспедиции Амундсена. На 1020-е годы. Вот она, последняя страница. Ой, еще чихнул. С картами, гляньте. Настоящие.
Настоящая карта северная. Ага. Карта северной части Темырского полуострова в 1913 году. Ага. Вот он, Малый Таймыр. Ребята, не пропустите шанс приобрести книгу, которых практически уже, наверное, нигде не осталось. Как у меня вот. Ну и сзади вот тут все видите, да, надо подшивать. Последняя страничка тоже такая уже разорванная. Вот. Чик. Рональд Амундсен. Уже у меня в продаже. Я надеюсь, я вам все показал. Поэтому я не хочу, вернее, я не принимаю претензии и возвраты. И не делайте, как говорится, необдуманных решений.